То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик и сказать, ну, у нас пойдет мобилизация. Не будет никакой мобилизации. Это вранье. Коротко и ясно, это вранье. Мы не собираемся мобилизовывать, нам это не надо. Но вы видите, мы учения проводим постоянно. И параллельно, ну, грубо говоря, объявляем там где-то на клочке земли кусочки эту мобилизацию. То есть призываем тех, кто в военкомате стоит на учете. Мы их призываем, и они становятся на те места, где должны стоять. И они должны железно знать эти места. Вдруг что-то случится. Мы что, им будем потом по всей стране ездить, их тысячи этих отрядов, и рассказывать, что они должны защищать? Они уже сейчас должны знать, что будут защищать. А это мосты, это электроснабжающее подразделение, это предприятие, допустим, хлебозавод. Как без хлеба? Как районный центр? Вот эти места, они должны знать, сколько, где, на каком углу. И их надо учить этому. Объявили по тревоге, поднялись, они сразу заняли свои места. Ну и потом народное ополчение, я же не просто так сказал, которые могут держать оружие, чтобы они уже могли отстреливаться, если, не дай бог, вот как в Хатыни очень понятно, придут и начнут жечь. Если бы люди, как народное ополчение, были вооружены, вот такого бы не было. То есть вот от жизни, таким образом, делая выводы, извлекая уроки, мы действуем.